определенный конец. На определенном температурном составе, когда вода нагревается, туда добавляешь чистейший минерал. И получается... Что-то второе меня перебило. Какая-то хрень непонятная. Электричество. Все правильно. Что меня сбили? Они меня сбили. Или что-то меня сбило, короче. Какая-то хрень. Сейчас, ладно, она пройдет, наверное. Ну, подождем. Какие-то знания, наверное, видимо, я запретные залезла. Они эгрегором блокируются. Потому что это эгрегориальная блокировка включилась. Так, все, я сейчас возвращаюсь. Тепловой, значит, определенный градус, минерал и электричество вступают в реакцию и образуют жидкость, которая дает нам жизненную силу. Эта жидкость способна исцелять все болезни, заживлять моментально раны, воздействовать на мозговую активность, усиливать работу мозга, видоизменять кровь, очищая ее полностью. То есть она доводит кровь до идеального состояния. И эту жидкость, в нее можно либо ложиться, как бы, либо, то есть, ну, купаться, как в ванной, а либо... Я так понимаю, пить ее тоже можно, но смысла нет. Можно просто принимать как ванну, и она полностью исцеляет. Вот древние боги и пользовались. Сейчас мы химическую формулу напишем только. Электричество, минерал, тепло. Так, тепло, градус. Нет, ниже 55, 55 до 60 градусов тепла. Но я не знаю, по какой шкале, это по шкале... моих температурных ощущений. Это я могу шкалу определить с обычной водой. Средняя питьевая вода 30 градусов. Но эта шкала не опирается на реальное исчисление. Ну ладно, суть. Неважно. Короче, вступает реакция, как минерал они очищали. Они его добывали из кристаллов чистейших. Каменные породы. Они разлагали каменные породы. Минерал. При светообработке лазерная лучевая обработка каменных пород выделял чистейший минерал. Он был в газовой даже форме практически. Так. Вверх в газовую форму. Так. Ух ты, на понятяшки на людей очень похоже. Здесь прям как-то мордашка, видишь, да? Такая, как мордашка. Интересно, да. Так, ладно. Газовую форму. Значит, и посмотрим дальше. Мы запишем формулу. Здесь и формулу мы записываем. Химическая формула. Мы ее принесем в ДНК наших тел. Сейчас просто автоматически ее активируем. Все в смеси со средой. Пометка ассимиляция. Ассимиляция со средой под звездочкой. Хорошо, сейчас мы тогда я попробую применить. Так. Ассимиляция со средой. А, ну вот, это работа, одна из магии крови, то, что называется, управление кровью, умение силой мысли вычищать кровь и вводить ее в определенный состав. Это тут же активирует некоторые фазы мозга, и человек моментально переходит на другой уровень сознания, состояние бытия. Вот что это делает. Так, что-нибудь еще, кроме этой формулы, у нас есть? Все. А, среда. Среда возмездности, ассимиляция, звездочек, все. Структуризация тела. Знаете, что мы можем структуризацию тела? Мы сейчас опишем механику. Вот так. Структура выравнивается относительно оси мозга. Позвоночник выравнивается сообразно мозговой активности. Получается, он полностью равняется на весь мозг. Центрация. Ну, это да, пробуждение, просветление происходит. Поэтому у них не было никогда проблем с асимметрией, с раздвоением сознания, с психическими болезнями, заболеваниями и так далее. То есть это эти есть физические структуры, при помощи которых можно было совершенно моментально психику, физику все приводить в идеальное божественное состояние. Это всего лишь управление водой и природой воды. Они тут использовали вот эту вот минеральную основу для своих опытов, экспериментов. А у нас сейчас все это ересью называется. Смеются у нас, видите, над людьми. Вообще капец, вернуто, перевернуто. Так, сейчас...
Так, воды. Так, так. Ну все, да. Блин, какие-то люди. Что такое? Хорошо, хоть когда мы в Лубнили не было. Американцы вечно в тему. Это мы записали, формулу записали. Формула генетика человеческого устройства здесь все записано в этой воде, потому что человек был основан на водной структуре. Там прописано все, как выстраивалось в человеческом теле сознание сообразно водяным конструкциям. Так, 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 так. Да, в этом валяется формула генетического воздействия. Сейчас мы еще раз повторим. Там все. И смещение, и все. Работа с эфирными полями, трансформация эфирки, перестройка эфирных структур при помощи лазерно-лучевых воздействий и так далее. То есть, в принципе, они могли лазером человеческое сознание обровнять, потому что эфир – это один из составов водных структур вокруг нашего тела. Это, по сути, информационный поток водных жидкостных элементов нашего физического тела. Поэтому с эфиром можно работать, также перепрограммировав его элементарно-лазерными лучами. Так. Перепрограммировали, все. И потом у нас вот эти потоки. Выстраивание гармонизации центра нервной системы. Человек. Это нервная система. Ее видоизменение, трансформация по человеческому существу. Химия. Это мы с вами изучаем здесь алхимию. Этого, как его, алхимию, гормону, гормональную алхимию, вот. Так, 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 все. Нервная система выравнивалась автоматически, если даже применимо в группе. Структура выравнивания равняется 4,5, составляющая относительно общего веса человеческого тела. Значит, преобразование мозга на уровне сознания, преобразование ниже третьего поля, мы выстраиваем каркасную матрицу по четвертому уровню. И да, все получается. Это называется активация солнечного сплетения и канала успеха и удачи. В народе, в нашем, сказать, средневековом. То, что математические уравнения там через пятую точку выводило. Но, в принципе, они могли это сделать, чтобы понимали, у людей вообще ни с чем проблем не было. Все, чем мы занимаемся, мы просто тупо выравниваем свои изуродованные тела, которые издеваются как могут. А у них это просто все было изначально. Они вот моралисты, не согласились они с нашим существованием. Вот все. И центральная формула небесного свода рисуем. Это у нас сознание ума. Это, кстати, знак могу дать всем. Выравнивают ум и сознание. А верхнюю часть ума — это ментал. Ментальное поле. Вот этот вот знак выравнивает идеально. Можешь сфотографировать? А можно мне показать сюда? Да, вот. Идеальная конструкция, например, здесь, здесь и здесь, и мы рисуем асимметричную логическую конструкцию. Человеческой формы и образуется полный вранде. Значит, если мы каждому зайдем поток, каждого центра включим генетическую массу, то мы можем запустить этот поток. И теоретически мы можем отравниваться относительно планетарных потоков. То есть мы можем подключиться правильным образом к кодовой системе планеты, и у нас автоматически все тела станут идеальными. То есть, ну, теоретически, просто кого там доступа никто не даст. Но то, что я сделала, она обычно подключается к планете. То есть мы должны заземляться через планету. Планетарный состав точно по той же технологии выстроен. То есть, в принципе, все по одной и той же технологии. Вся жизнь, все формы жизни, люди, там планетарный состав, планеты, там растения, животные. Вот, все, немножко какой-то поток выравниваем, пошел. Это называется заземление в народе. Вся вот эта вот ботва, которую я сейчас вам говорила, в нашем средневековом народе называется заземление. Сложнейшая математическая вода. Но, в принципе, они выводят заземление с первого элемента, это все-таки воды, а не через воду. Вот этот код, как это называть, я не знаю, механизм, основу они берут с воды и сообразно вот этому информационному коду выравнивают все живое.
И вся водная структура, даже не водные породы, получается, все выравнивается относительно структуры. Так что получается, правильно говорят, вода – основа жизни. Потому что на воде зиждется все это. Вода первая. Вода – первооснова жизни. И сообразно жидкости мы с вами можем сравнять все. Поэтому заземление правильно делается в идеале, я так понимаю, через потоки воды. Но не простые потоки. Вот почему через потоки. Мы все понимаем, потоки сверху, потоки снизу. Потому что это, по сути, водная структура, только в особом составе. Не просто вода, как мы обычно представляем. А вода, вот, соответственно, электризованная с минералами. И она создает такое вот подобие эфира, я так понимаю. То есть они, может, эфирную субстанцию будут. Но это немножко плотный. Если эфир, то это плотный эфир такой. Он физический. И вот на основе этого у нас уже вся форма жизни выравнивается, центрируется. Главное информационное поле у нас будет вода. Вот, вроде все. Мы посмотрели сейчас. Так. Тоже это тоже мы выяснили. Человеческое тоже это все. Да, наверное. В общем, выравнивается общая структура. Почему я не вижу общего каркаса? Почему не вижу схемы? Схемы нету. Почему нету схемы? Что-то мы отыскаем в нашем с вами математическом уравнении. Какой-то элемент у нас отсутствует. Какой элемент они изъяли? Что же они убрали оттуда, что мы сразу теряем общую картину? Ни разу ментал не... Подключение сознания, пятый элемент. В любой алхимии это наличие сознательной воли. Как она работает? Так, волевой центр. Волевой центр является инопланетной частью в теле каждого из нас. Центр воли не находится ни в составе ни одного вещества на этой планете. Вот почему он обладает особой силой. Значит, в наших телах есть вещество, которое не подчиняется стандартным законам физики планетарного масштаба. Интересно, как оно работает. И это есть волевой центр, который тут все усиленно блокировать у нас пытаются. И они называют это волей. Сейчас я пытаюсь выяснить. Так, мы подключаемся к центру галактики, а там находится ядро. Ядро параметаллического состава. Металла средней структуры и кристаллизованный металл. Значит, блокиратор. А выход у нас первая частица материи, душа, то, что они называют. Душевный центр души соединяется с телом через третий позвоночник от шеи. Там же горловой чакры у нас находится центр воли. И через него совключение идет с другим измерением. Это вещество. Оно учитывается в химическом уравнении. Если его добавить, то все оживает вообще вокруг. И это вещество имеет химический состав, а мы с вами называем его душою. Сейчас я посмотрю. Так, начнем с подключения, заключения. Здесь все закрыто, блин, все заблокировали, капец. Так, сейчас волевой центр нарисуем, состав, матрицу. Цветовой, каркасно-звуковой. А, элемент. Звук и цвет. Синий в голубой оправе. Звук, волна, амплитуда восходящий, нисходящий звук. Это ОМ, звук. В звучании вибрационная мантра ОМ. Так, при соединении образуется микроэлемент, который воздействует на волю и расщепляет материю. Значит, теоретически синий-голубоватый цвет. Синий цвет – голубой оправе. Если мы представим с вами синий шарик, у которого вокруг голубая оправа, и можно про себя представить, мы начнем пропивать звук ОМ, воздействуя звуковой волной на этот шарик. То есть мы соединяемся с этим шариком и пропиваем. И посмотрите, как отваливаться начинают матричные структуры вокруг, ну, подключки. Это разбивает все системы подключек, которые, в принципе, на вас цепляются. Главное правильно соединить звук с визуализацией. Оно должно быть правильно соединен. Структура, она разрушает. И вот дальше мы применяем вот эту схему, всю, которая перед этим описана. И закладываем код. И вот после того, как мы волевой центр активируем, после этого мы закладываем вот этот код ментального поля очищения, которое я нарисовала.
И тогда идет заложение мощной магии по структуризации тела. В общем, тело можно структурировать и управлять им только в том случае, если нам подвластен космический элемент волевой, который у нас сейчас здесь захвачен и блокируется кристаллическими металлами. Значит, нам сначала нужно разблокировать этот элемент при помощи визуализации звука, а затем уже совершать любые действия, которые мы намереваемся, там, по трансформации, изменению тела. То есть мы хотим как-то его трансформировать, преобразовать и так далее. И таким образом на выходе мы с вами получим результат. Это еще как профессор с учебничком. Это такая инструкция. Что мы делаем дальше? Вы подвинем пипочку. Так, ладно, сейчас я посмотрю все-таки волевой центр, откуда он у нас. Это частица Бога у нас называется, то, что нас делает людьми сознательными, то, что позволяет нам управлять всеми структурами вокруг, потому что в основе всех веществ, получается, они все подчиняются этому волевому центру, но не в основе всех он присутствует. Соответственно, мы можем давать указания природе, предметам, там, камням и так далее, потому что они все состоят из одного вещества, а у нас с вами добавлено другое божественное еще, которое вот этим всем может управлять, в том числе и нашим телом полностью, абсолютно. Так, сейчас я посмотрю. Так, блокируем, сейчас мы пройдем блокировку, там блокировка такая. Да, это душа. В общем, связывается с нами через несколько цветовых композиций. Голубая композиция — это разум. Это мы конструкцию разума с вами взяли. Несколько цветовых шаров, возможно, то, что называют чакрами, но почему-то мне видно, что они за пределами немножко физического тела находятся. Несколько цветовых позиций, которые, распечатываясь, открывают полный поток и канал, как нам говорят. И через этот канал мы связываемся с другим измерением, через которое сюда входит наше сознание. Наше сознание не то, что входит в это тело, оно вроде как на... Но мы сюда входим как в другое измерение. Я не знаю, как это объяснить. Это сложно объяснить. Но здесь немножко другой состав всей материи, в которой мы находимся. Но тем не менее, весь этот состав поддается управлению, абсолютнейшему полному управлению. Это все равно, что находиться в компьютерной игре и забыть, что ты играешь здесь. Ну, как бы, и сказать, что ты не можешь управлять своими действиями. Хотя, по сути, все создано для того, чтобы ты управлял тут своими действиями. Всеми. И получается, другое измерение, там немножко другой состав элементов. И вот там вот эта тусня, резня и началась. Проблема в том, что биологию тела не хотят менять. Здесь они решили в биологии тел прописать божественную матрицу. Они захотели, чтобы в телах была прописана такая же божественная матрица, как вот в том измерении, откуда пришли наши сознания. Если в телах ее прописать, в генетике всего, что есть, ну или в составе всего, что здесь находится, то эта планета будет прототипом другого измерения полным, но находиться она будет немножко более плотной, плоской материи. И тогда она станет управлять и повелевать более тонкой материей оттуда, как центр управления. И вот этого они боятся больше всего. Потому что, видимо, вот находясь в этом измерении, если еще добавится божественная частица в тело, в состав, то вообще, капец, получается, какие суперспособности тут развиваются, которых там нет. В этом тонко-духовном мире, куда все стремятся. Потому что все оттуда сюда стремятся, на самом деле. Они сюда все приходят специально для того, чтобы это закончить. Ну, вот такая вот канитель не дает это закончить до конца. Тут постоянно такая борьба. Битва. Но на конце может быть очень интересно. Если это измерение будет расширяться и расти, управлять тонким планом, то они способны будут эволюционировать, совершить мощный скачок, и это перетрансформирует чуть ли не всю Вселенную, преобразует вообще в другую материю, все будет иначе. То есть это вообще план по захвату Вселенной, такой глобальный, грандиозный. И они, когда начали создавать эти планеты, этот вид, они пытались что-то вообще грандиознейшее, там, трансформировать всю Вселенную. Но, конечно, это вызвало кучу вообще всяких непонятных терок. Но дело важное. Суть не в том, что мы там умрем, не умрем. Дело не в этом, конечно, понятно, что получается там в другом измерении выйдем, но дело самое важное очень, и как бы это очень ценная работа, и многие над этим трудятся, и столько работы было сделано, чтобы вот это создать. Теперь они все это хотят просто подслить. Это, конечно, отстойненько. Деграданты эти, которые там живут спокойненько себе. Да. Получается так, на этом пока закончим наш урок химии.